В новогоднюю ночь можно обойтись без такси. Общественный транспорт будет работать по праздничному графику. Троллейбусы 31 декабря ходят до 11 вечера, а уже 1 января уехать можно будет с 7 утра. Что касается коммерческого транспорта, то автобусы большой вместимости проездят до половины 12-го. Маршрутное такси закончит работу еще позже. В целом, в праздничные дни затруднений с движением городского транспорта не предвидится. В ночь на 1 января 2018 года общественный транспорт будет работать до 2 часов ночи и будет осуществляться транспортное обеспечение автобусами малой вместимости.